Волонтер Анна Баронина стоит у истоков общественного движения «Своих не бросаем, Самара». Воззвание времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для победы» актуально в настоящее время, как никогда, уверена самарский патриот. Люди меняются, когда с ними разговариваешь, рассказываешь какие-то истории уже от ребят, которые с СВО. Они проникаются, и равнодушие у людей проходит, и все становимся заодно, плечом к плечу. И так команда, в принципе, у нас и выросла. Вот. У нас не только с Самарской области, у нас и Челябинск, и Камчатка, и все нам помогают, кто как может. Основательница волонтерского движения «Своих не бросаем» Самара Ксения Коваль на День города в промышленном районе не попала. В отпуск с фронта приехал муж. Однако и это мероприятие состоялось благодаря ее активному участию. Как и вся работа ее благотворительной организации. Почти 2000 волонтеров собирают гуманитарную помощь, шьют для защитников Родины все необходимое от нижнего белья до маскировочных сетей. Каждый месяц на передовую из Самары уходит очередной гуманитарный конвой. Мы своих не бросаем ни в тылу, ни на фронте. У нас главный мотиватор – это Ксения Коваль. Мы называем ее наша ракета. Она за месяц успевает столько, что она может за месяц два раза в Москву за гуманитаркой смотаться, два раза на фронт и вернуться, и еще тут организовать какой-то мастер-класс. В сквере Воронежские озера напротив православного храма Святая Троица прошла благотворительная ярмарка. Территорию привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Самарской области. Средства от продажи сувениров и выпечки с акции пойдут на приобретение медикаментов, которые с очередным гуманитарным конвоем уедут за ленточку уже в сентябре. Администрация, конечно же, поддерживает всячески и поощряет волонтеров. Мы помогаем и в поиске помещений, и помогаем в поиске спорта. Спонсоров, всячески, всеми возможными способами. Но у нас такие хорошие люди, которые, в принципе, по большому счету, делают все это не за какие-то поощрения, а делают от души, по зову сердца. В нерабочее время принимают участие, также плетут сети, также собирают посылки, каждый помогает, чем может. Кроме ярмарки, волонтеры провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и пошиву нашлемников, а боевой дух и мирный настрой участникам благотворительной акции поднимали артисты. В завершении мероприятия глава промышленного района отметил выдающихся волонтеров благодарственными письмами и вручил почетные знаки. И поблагодарил за активную гражданскую позицию. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.